Приветствую моих подписчиков. Сегодня я вам хотел показать часы со скрытой камерой. Это мне дали чисто для теста. Я это ничего не покупал. Значит, собственно, вот такие часики. На дисплее они отображают попеременно время в 12 или 24-часовом формате. Отображает температуру, ну и здесь это день-месяц, то есть вот так постоянно мигают. Вот это, значит, вот такая камера, написано, значит, Full HD, детектор движения, что-то там про батарею, значит, используется Transcend карты microSD, максимум 32 гигабайта. Значит, типа температура на дисплее. Ну, вот такая коробка мятая. У нас, собственно, такая досталась. Значит, что обещает производитель? Обещает, значит, 5 мегапикселей, запись видео 1920 на 1080. В AVI формате, 30 кадров в секунду, MSPEC кодинг, съемка фото в разрешении почему-то 7 мегапикселей уже, то есть 4032 на 3024, угол обзора 120 градусов, детекция движения с 6 метров, минимальная освещенность 1 люкс, батарея, значит, 2400 литиумная, 18650, время записи 24 часа, пульт с 18 метров, звук записывается до 40 в комнате 40 квадратных метров, 150 миллиампер потребления, TF-карт используется, 32, значит, гигабайта максимум. Программное обеспечение типа ну, в комплекте ничего нет. Значит, порт 1 USB 1 или USB 2, операционка, memory что-то что-то 1 гигабайт 30 минут. А, ну то есть 30 минут видео занимает 1 гигабайт. Время зарядки 4 часа. Ну, значит, это не распаковка. Я, значит, собственно, уже, чтобы было что говорить, уже хорошенько так исследовал. Значит, ну, в целом она мне не понравилась. Почему? Сейчас объясню. Ну, во-первых, постоянно вот это мигает. Ну, как-то это мне не надо. Мне это даже, что ли, напрягает. Потом, в инструкции написано, что вот в инструкции по эксплуатации такая вот книжечка, буквально несколько листочков на английском и там дальше на китайском идет. Так вот, вот, значит, там написано, что вот типа, если вот нажать вот эту кнопочку, то, значит, она проговорит времени, то есть голосом. Ну, хорошо бы, если на русском, ну, фиг с ним, если даже на английском. Но дело в том, что я вот нажимаю, ноль реакции. Она не говорит. То есть можно подержать там, что хочешь. Значит, сзади, собственно, вот, давайте сразу посмотрим. Здесь, значит, литиумная батарея. Опять же, что насчет литиумной батареи? Опять же, вот в инструкции здесь написано, что, значит, батарея емкостью. Вот сейчас я вам открою. Вот, видно, не видно. Так, вот, 2400 миллиампер. Собственно, я не поленился, замерил емкость батареи с помощью IMAX B6. Ну, фактическая емкость где-то 1200. Максимум 1400. То есть вот
1200-1400. Вот, вот такая синяя батарейка идет в комплекте. Значит, ну, как бы не проблема. Я думал, типа, есть у меня вот Sanyo аккумуляторы. Думал, сейчас вот сюда воткнул Sanyo. Здесь реально 2600, 2500. Ну, точнее, 2600 обещают, а фактически 2500. То есть, все бы ничего, но ее когда здесь вставляешь, вот здесь контактик, он не касается. То есть, получается, вот на этой батарейке пятачок, типа, есть. Ну, вот такой выдвинутый. Здесь, типа, нету пятачка. Но тоже, как бы, не проблема. Не проблема в чем. Почему? То есть, сюда можно что-то либо подложить, либо вот эту вот железячку вытащить, еще гвоздиком с той стороны тюкнуть. Она больше выгнется и станет уже... станет захватывать. Как бы, ну, мелочь. Ладно. Вот, собственно, значит, вот когда вставляешь батарейку, часы типа включаются, значит, вот какой-то тут отсчет идет, типа загрузка или что там, наверное, загрузка чего-то. Вот, все, типа, готово. Так, значит, голос, значит, время не проговаривает, хотя типа обещают в инструкции. Кроме этого, здесь, значит, тайм есть. Вот нажимаешь, там 10, 20, 30, 40, 50. Это, как я понял, ну, точнее, я не совсем понял, но у меня есть две версии. Первая, это, ну, там что-то, звуки природы, типа, ну, когда вот перед сном, типа, они должны, типа, вот как бы ты ставишь 60 минут, типа, там, я на, в общем, что-то там, сверчки, типа, там, сверчки, ну, как видите, нифига, никаких сверчков нету, то есть, опять же, ну, не знаю, может, там, не забыли прошить голосовую вот эту вот, что-то там, схему или чего, не знаю. В общем, не работает. Не работает проговаривалка, не работает звуковое. Так. Ну, собственно, вот как бы где тут камера? Видно, не видно вам? Ну, вот уже, наверное, видно. То есть, так вот, если стоит, в принципе, ну, я бы не сказал, что здесь что-то прям бросается, какая-то камера там, что вот на вас смотрит. Ну, не видно так. Что-то вроде какое-то пятнышко, но на часах этих там всегда пятнышки. Так, ну это позже, камеру позже, так сказать. Здесь вот вижу выемка. Здесь должна быть, я так понимаю, здесь должна быть резиновая такая вклейка, на чем это все стоит. Ну, не положили, не предусмотрели, то есть, ну, вот нету, в общем, нету этой хреновины, которая, типа, для нескольжения. Ну, не столь важно. Так, что здесь есть? Значит, вот, кнопочка мод. Она, вот, тоже в инструкции, она не работает. Она как раз там, по-моему, что-то там вот с голосовыми вот этими таймером как-то она. В общем, ее вот нажимаешь. Вот эту вот кнопочку. И, собственно, ничего не происходит. То есть ее можно держать. Ничего так не пищит, не откликается. Вообще ноль. Здесь, значит, что работает? Работает сет. Сет, значит, устанавливаем типа год, какой там, 15-й. Так, месяц, там день устанавливаем. Так, ну это месяц, там 11-й месяц, там опять сет жмем, это типа день устанавливаем.
Ну, там сегодня что у нас? Сегодня у нас там 12-е, да? Так. Время. Ну, время я уже не буду устанавливать. Итак, значит, все, установили. Ладно, вот, вот эта вот функция здесь работает. Что тут еще есть, значит, app. App это, собственно, переключение формата 12-часовое отображение, либо 24-часовое. Ну, тут сейчас просто 12 часов стоит, оно и так 12. Работает, функция работает. Dawn это, значит, либо в фаренгейтах показывать, либо в цельсиях. То есть показывает либо так, либо сяк. Но, опять же, есть но. Дело в том, что ну, вот в обычном режиме, когда она, значит, не в режиме ожидания команды с пульта, а просто в режиме типа показа часов. Да, он показывает нормально. Как только вот ставишь, вот здесь вот, кстати, переключатель есть. Переключатель. Его, значит, здесь off. On. Вот. Его, значит, ставишь вот в режим on. Это значит, что значит, часы ждут сигнал, значит, от пульта. Здесь, значит, что вообще можно с помощью этого пульта? Здесь кнопочки A, B, C, D. Значит, здесь, значит, можно записывать видео. Видео записывается в двух режимах. Либо постоянка, то есть включил, и оно типа, пишет. Пока там батарейка не сядет или карта не кончится. Вот. И, значит, и режим detection движения, ну, типа, засекла в кадре что-то. Вот, буквально через секунду она, то есть она не прям моментально, ну, где-то полсекунды у нее реакции, секунда-полсекунды. Типа, если она засекла в кадре кого-то, она, значит, начинает запись. Запись, и, значит, она записывает видео. Даже если уже там уже человек ушел, уже ничего не происходит, она все равно вот в течение 2 минут будет писать. 2 минуты пишет, типа, и отключается. И после отключения она как бы опять переходит в режим детекции движения. Типа, раз там опять кто-то мелькнет, она опять включится, опять эти 2 минуты отпишет, опять выключится. Вот. Как это все включается? Вот. Ну, у меня тут карточка сейчас не вставлена. Значит, карта microSD вот сюда вот вставляется. Вот такая щелка здесь. Значит, сюда карточка вставляется. Это вот USB. Мини-USB. Значит, мини-USB, типа, здесь нужен, чтобы типа подключать к компьютеру. Подключаешь к компьютеру, там типа видишь все эти видеофайлы, что у тебя там записаны. И также типа там можно, значит, как в видеорегистраторе выставлять типа дату. Там типа год. Ну, это теоретически можно. Опять же, но. Вот. Опять же, но. Я, значит, ее, значит, подключал в USB. Ее, значит, у меня Windows 10 стоит, не знаю, в этом ли проблема. Ну, вообще-то навряд ли. Windows 10 такая штука. Нареканий в этом плане ни у одного их устройств не было. Значит, ну, тупо не подключается. Тупо, значит, втыкаю. Она вроде как что-то пытается. То ли здесь контактор плохо пропаян, то ли что. То есть я не знаю. То есть я втыкаю, она что-то там. Ну, в общем, через шнур компьютеру у меня, значит, подключить, опять же, не удалось. Но это, опять же, к минусу. То есть минусы. Там, компьютеру не подключается. Аккумулятор, типа, в 2 раза меньше, чем обещана емкость. Потом, значит, голос, типа, нажимаешь. Ничего она не говорит голосом. И, значит, что? И вот это вот, там, типа, живая музыка, звуки природы или чего там. В общем, тоже функция не работает. Но, как бы, вот, запись видео, значит, все же работает. Ну, так сказать.
Насчет записи. Вот, я вам в конце покажу, там, типа, будет сравнение. То есть, это, значит, здесь продавец, вот, он обещает, это, значит, Full HD, типа, запись. Собственно, для этого и бралась. Ну, Full HD, кто хочет, типа, чтоб видео было кака. Нет, нам надо же Full HD, да? Я прав? Вот. Ну, собственно, значит, ну, не Full HD. То есть, конечно, идет интерполяция. То есть, там, я, ну, меньше 2 мегапикселей. То есть, там, может, даже, ну, в общем, 1-2, я не знаю. Очень шумящая матрица. То есть, шумы. То есть, вот чуть, как бы уже тень, все, на тени уже прям вот пляшут пиксели уже там. Ну, это в конце я вам покажу, типа как бонус, сравнение. То есть я, значит, сравню вот эту вот камеру, с которой сейчас вот делаю видео, и вот, собственно, вот то, что здесь. В идеале хотя бы, ну, я допускаю, что это встроенная камера, она должна писать хуже. Ну, не так. Ну, не настолько. Ну, то есть, ну, вы увидите. Ладно. Значит, может, кто, если надумает купить, все-таки я расскажу, как это с пультом. Все. Значит, пульт, это, значит, нифига не инфракрасный. То есть, это радиопультик. То есть, я так понимаю, его можно вот просто из кармана, типа там, типа нажимать, и, типа, она должна срабатывать. Вот, здесь вот зеленая лампочка на пультике. Когда нажимаешь, значит, здесь видно, загорается вот здесь на пультике, что она дала сигнал. И вот здесь загорается. Ну, тут сейчас карты нету. Карта, которую я себе вставлял, это вот сейчас у меня в видеокамере стоит. Но, значит, вот нажимаешь, загорается светодиод. Сейчас он мигает вот так и выключается. Это типа карты нет. А так вообще, значит, он нажал вот букву А. Здесь загорается лампочка. Типа это означает, что она ждет дальнейшую команду. Дальнейшие команды может быть три. То есть первое, это, значит, нажать кнопку Б. Это, значит, она просто сделает фотоснимок. Фотоснимок, который будет разрешением там 3000 на 4000 и качество как там мегапиксель, как средненькая камера 2-мегапиксельная там 1995 года, то есть вот такого качества фотографии, как она делает, в принципе, это вот 90-е года. Я, собственно, в 90-х годах это все. В фирме работал там. Фотоаппараты цифровые и все такое. То есть, как бы это я еще все помню. Ладно, значит, далее что? Далее, значит, первое, значит, нажали кнопку А, она вошла в дежурный режим. Далее жмем кнопку Б, это, значит, типа делает фотографию. Или же, типа, мы Б не жмем, жмем С. Вот эту мелкую кнопочку. Это просто старт записи. То есть она, значит, после нажатия кнопки А, значит, она горит, лампочка. Нажимаем С, она два раза мигает и тухнет. Типа запись идет, лампочка не горит. Чтобы выключить, просто еще раз букву А нажимаешь. Лампочка так типа 2-3 раза мигнет и все, и типа не горит. Ну, это значит, что она как перестала писать. Так, у нас тут еще кнопочка D есть. Кнопка вот D, это детектор движения. Ну, да, подходит D, детектор движения. То есть, если, значит, мы вот первое нажали букву А в режим, типа лампа горит, нажали D, также мигает, исчезает.
Но она уже начинает снимать вот такими отрезками по 2 минуты. То есть она вот если вот здесь вот что-то там, ну вот по крайней мере вот 3 метра я там проходил, она как бы меня хватала. Значит, здесь пишет производитель типа 6 метров, да? Да, вот 6 метров детекция движения. Не знаю, может быть. Может быть. Но опять же, не знаю, как вот именно здесь, но другой у меня там на видеорегистраторе, там надо, чтобы типа вот прям вот через центр кадра что-то вот туда-сюда прошло. Типа вот если там краешек, типа что-то там закрылся, открылся, там кто-то что-то с краем, то может не сработать, собственно. Вот. Ну и опять же, значит, выходит из режима записи по движению, это вот нажатием кнопочки А. Вот. Если как бы все там типа не надо ничего записывать, просто вот перевернули, да, и вот здесь вот раз выключили. Выключили вот этот ползунок в положении off, все, она, значит, больше от пульта сигнал не принимает, запись не производит, тупо мигает. Во время записи, когда вот что вот ее может выдать, типа что она запись ведет, на вот термометре, который постоянно высвечивается, в общем, температура будет повышенная. То есть там в комнате там 25 градусов, а он тут может показывать 30 градусов, там даже 40 может показывать. То есть, ну вот это тоже глюк. То есть глюк с термометром во время работы с камерой. То есть хорошо бы вот это все выключалось там. Ну, ладно. Так. Ну что? Ну, пульт не рано. Пульт мне, в принципе, нравится. Что у нас тут? Значит, он, во-первых, этот пультик может открываться, закрываться. Да, но мне не нравится в пульте вот это вот, что она вот щелкает. Щелкает вот этот звук, нажатие, то есть он присутствует. Вот такой вот пультик. Так, о, вот так надо лучше. Значит, будильника нету, аккумулятора в 2 раза меньше емкости. Время при нажатии талк не говорит. Вот эта функция не работает. Она вот там я ставил, там вот на 10 минут, думаю, сейчас через 10 минут может пикнет. Нет, ничего такого не происходит. Вот. И еще, значит, вот говорят, ну точнее я видео смотрел, там какой-то буржуйский мужик, он, в общем, типа постоянно здесь открывал, закрывал, и, значит, сильно вот эту нажал, и она у него, в общем, типа отломалась совсем нафиг. Если, значит, в этой штуке удобно бы вот менять просто аккумулятор. Подошел, поменял на другой, но надо что-то вот дорабатывать здесь. Так, ну и, собственно, самое интересное я оставил напоследок. То есть, это, собственно, сравнение. И видео, значит, пишется в перевернутом на 180 градусов. То есть, кверх ногами пишется. Ну, да, согласен, дебилизм. Вот. Пишется видео. И, значит, под видео 13-й год, какой-то там месяц, ну, по умолчанию, что на заводе. А так как я не могу подключиться к компьютеру, там этот параметр меняется. Там надо войти с компьютера, открыть там вот какой-то текстовый файл. Там выставляешь чисто в этом текстовом файле вот эту дату, которую тебе надо. И типа эта дата, она отображается. Ну. Так, ну в общем, куча минусов. Куча просто минусов. Камера, значит, ну, никаких здесь 5 мегапикселей нету. Никакая-то
не Full HD. То есть разрешение, конечно, вот если открыть свойства файла, запись, да, там 1920 на 1080. Но это явно интерполяция. Интерполяции еще начали баловаться еще в 90-х годах. Когда, значит, типа там 5 мегапикселей, типа, выжималось там из матрицы 1 мегапикселя. И часто было, что 2-мегапиксельная камера снимает лучше, чем там, типа 5-мегапиксельная камера. То есть все это вот с тех времен еще вот дурит. Значит, это не Full HD. Снимает почему-то перевернуто. Не знаю, может брак. Вполне может быть. Вполне может быть брак. Вот. Ну что, собственно, переходим, значит, к сравнению. То есть, чтобы было понятно, я, значит, две камеры буду держать. То есть я вот, вот эту камеру, с которой сейчас снимаю, и, значит, часики, типа, держу в одном направлении, типа, двигаю в одном направлении. Вот. И, кстати, при движении я заметил, что, значит, здесь у нас производитель обещает 30 кадров в секунду, 30 FPS. Но там такой вот я не знаю, это стробоскоп, или как это назвать. Там чуть ли не, это, не 2 кадра в секунду, там где-то. Ну, сейчас все увидите. Ну, в общем, собственно, все. Смотрите видео сравнение. Так, ну это вот где-то съемка метром. Кстати, вот такой вот цветочек. Это у нас денежное дерево. А тут всякая мелочь. Полметра. Вот это вот 2.5 метра. Так. Выключаем свет. Продолжаем. Так, как все видно. Что там видно, ничего не видно. Ну, то яркий свет достаточно.
Так, ну это вот где-то съемка метром. Кстати, вот такой вот цветочек. Это у нас денежное дерево. А тут всякая мелочь. Полметра. Где-то вот 2,5 метра. Выключаем свет. Продолжаем. Так, как все видно. Что там видно, ничего не видно. Вот яркий свет достаточно.